В рамках проекта «Чистая страна» одинцовские единороссы присоединились к субботнику, который прошел в парке «Лукоморье». Участники субботника пилили старые упавшие деревья, окашивали траву, собирали ветки и мусор в мешки. Также экоактивисты подметали дорожки и площадки, ремонтировали и красили скамейки. К акции присоединились работники территориального управления «Жаворонковская», сотрудники КДЦ «Молодежный», директор и сотрудники местного МБУ, а также жители села.